Оснащення будинку, офісу чи громадського простору сьогодні може бути створено багатьма альтернативними шляхами. Теж стосується і акустичного комфорту. Дмитро Ломакін, засновник компанії «Проакустік», презентує сьогодні ще один із варіантів. В предыдущих наших роликах мы уже показывали, какие применяются материалы для акустической коррекции в помещениях различного назначения. В конференц-залах, в ресторанах, в офисных помещениях. Там мы применяли акустические острова «Экофон». Также мы применяли панели из древесной шерсти. А сегодня у нас появилась возможность познакомить вас с другим продуктом из линейки акустических материалов. Это напыление «Соноспрей». И на реальном объекте, это помещение будущего ресторана «Карлсон» в городе Днепр, мы покажем, как этот материал работает, технологию его нанесения и расскажем о всех преимуществах этого покрытия. «Соноспрей» – вдала альтернатива для швидкої акустичної корекції простору. Це напилення, і воно не потребує попередньої підготовки поверхні. До того ж, роботи можуть відбуватися без зупинки необхідних процесів життєдіяльності у будь-якому приміщенні. Напаление «Соноспрей» применяется для снижения времени ревибрации, устранения гулкости в помещении, что благоприятно влияет на акустическую среду помещения различного назначения. Основным компонентом напыления «Соноспрей» являются волокна целлюлозы. В процессе приготовления они замешиваются с клеем на водной основе, что делает данное напыление экологичным. Также является огнестойким, так как в его составе есть антиперенновые компоненты. Важным преимуществом данного напыления также являются краткие сроки выполнения работ. За день можно покрыть порядка 300 метров квадратных площади. Мы провели несколько własних экспериментов, чтобы проверить на практике акустичную дію напыления «Соноспрей». В данный момент помещение будущего ресторана очень гулкое. В таком пространстве некомфортно находиться. Гулкость негативно сказывается на качестве отдыха посетителей, на производительности персонала. Атмосфера очень важна. А сейчас проведем эксперимент с шумовым пистолетом. Першим етапом процесу створення акустичного комфорту на цьому об'єкті є покриття підлоги і стін клейонкою, адже під час нанесення «Соноспрей» частки суміші можуть опадати. Після покриття поверхні клейонкою встановлюється обладнання і спеціалісти приступають до роботи. «Соноспрей» може бути нанесений як в один, так і у декілька шарів. Процес покриття стелі ресторану акустичним напиленням «Соноспрей» у 20 мм зайняв кілька діб. Після підсихання ми перевірили акустику простору знову. После проведения акустической коррекции разница очевидна. Минуло зовсім трохи часу після нашого останнього візиту до ресторану «Карлсон». На сьогодні він вже працює. А це значить, що вся необхідна для веселого дозвілля відвідувачів апаратура встановлена. При подборе акустических систем сценического назначения очень важным фактором являются акустические характеристики помещения. В этом нам помогла компания «Проакустик», благодаря чему были достигнуты отличные результаты, а именно повышение индекса STI, разборчивости речи, и снижение почти вдвое уровня реверберации на средних и высоких частотах. Владельцы коммерческой недвижимости, вкладывая инвестиции в объект, заинтересованы не затягивать строительство. Обращаю ваше внимание, что за 3 дня нанесено 300 квадратных метров акустического напыления «Соноспрей». Мы компания, которая отслеживает все инновации на рынке звукоизоляционных услуг. В нашем распоряжении не один вид материалов, много технологий. И в каждом конкретном случае мы предлагаем заказчику тот вариант, который уместен в конкретном помещении и с конкретными исходными условиями. «Соноспрей» – ідеальне рішення для будь-яких приміщень. Якість підтверджена протоколом пожежних акустичних випробовувань. До того ж, це напилення має сертифікат, підтверджуючий екологічність. Тож швидко, ефективно і дієво тільки із «Проакустик». З питаннями про звукоізоляцію та акустичний комфорт звертайтеся до компанії «Проакустик» у Києві та Дніпрі.